Рассказывай. Теплица легенда, 2,5 метра шириной, длина кратная 1 метру, в данном случае 6 метров. Дверь цельная. Обратите внимание, заказчик попросил третью петлю прикрутить. Ручка замок двухсторонняя. Можно зайти, открыться. Заходим. Закрываемся. Видите, как все аккуратно. Форточки. Термоприводы, две пружины, чтобы плотнее прижимала форточку, да, будет закрываться. Там и побольше открываю, здесь поменьше. Пока не нагрелась. Также система подвески через ушки. Идет, значит, ПВХ-трос 3х4, то есть толстый. Здесь сделано специально ушки направляющие. Здесь на арке, здесь под низом. Каркас изготовлен. Значит, стойка 40х40, усилитель варен 20х40. И горизонтальный усилитель на двух болтах М8 шайбами. Прогоны 20х20х1.2. Саморезы. Кровля собирается все. С этой стороны тоже дверь, ручка, замок. Вот такая комплектация. Плюс установлена на брус 100 на 150 на репро. Также забиты по ветровой нагрузке якоря 6 штук. Закреплены брусу. Обрамление идет торцов перелива. Конек двойной в комплекте. Защита сот. Дополнительно, то есть все соты защищены спирфолентой, и форточка не разрезается. Вот такая красота у нас получилась. Осталось уже баночки заносит с рассадой, грядочки сделать, и будет шикарная теплица. Высота стен 1,63 м, высота общая 2,50 м. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, смотрите нас, пишите комментарии. Всем хороших урожаев и побольше заказывайте у нас теплицы.